Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Станислав, и сейчас я презентую вам наш новый модуль автопостинга в социальные сети. Он позволяет постить товары в социальные сети, такие как Facebook, ВКонтакте, Google+ и Instagram. В дальнейшем мы интегрируем новые социальные сети, такие как Pinterest, Tumblr, Telegram и многие другие. Этот модуль позволяет одним кликом запустить ваш товар во все доступные социальные сети. Также здесь есть шаблоны для прикрепляемого текста и хэштегов. Давайте начнем с настроек самих социальных сетей. Для этого нужно перейти на страницу веб-сайт, настройки Social Автопост. Здесь отображаются уже настроенные социальные сети. Для того, чтобы добавить новую, нужно нажать Add New Account и выбрать нужную социальную сеть. Как видите, здесь в библиотеке доступно очень много различных сетей. У нас пока интегрированы только 4. Скоро мы интегрируем многие остальные. После выбора социальной сети тут отображаются настройки. И справа вверху ссылка на описание по настройке самой социальной сети. В данном случае настройка приложения Facebook. После настройки самой социальной сети нужно ввести все настройки здесь. И в случаях с ВКонтакте и Facebook авторизовать ваш аккаунт, нажав на эту кнопочку и следуя дальнейшим инструкциям. Далее посмотрим сами настройки модуля. Сейчас я показываю вам работу этого модуля на примере моего магазина интим-товаров. Здесь есть три настройки: базовые хэштеги, базовый текст и Instagram Session ID. Третья настройка относится к настройке самого Инстаграма. Дело в том, что это самая капризная социальная сеть в плане такого взаимодействия с сайтом. И если у вас не получается отправить сообщение в Instagram, то нужно получить ID сессии, процесс которого описан на этой странице, и ввести его сюда. Базовые хэштеги прикрепляются ко всем постам товаров, абсолютно ко всем. То есть это как бы шаблон первого уровня. Аналогично базовый текст тоже прикрепляется ко всем товарам. Далее шаблоны второго уровня находятся в меню «Товары» шаблона автопостинга. Вот у нас здесь есть шаблон «Нижнее белье» тестовый. Здесь сообщения и хэштеги. Любой из вновь созданных шаблонов можно будет выбрать во время размещения товара. Чтобы разместить товар в соцсетях, нужно открыть, собственно, сам товар. Вкладка модули. И весь вот этот блок касается автопостинга. Жмем галочку «Отправить в социальные сети». Выбираем нужные соцсети. Дополнительный текст, еще один. Он заполняется автоматически из описания товара. И хэштеги. Здесь мы выбираем шаблон. И после нажатия на кнопку «Сохранить» у нас товар улетит во все соцсети. Да, вот на Google пришло уведомление
о том, что кто-то вошел в ваш аккаунт, его желательно с телефона подтвердить, потому что иначе следующий пост может не удастся. А теперь проверяем работу модуля. Facebook. Здесь название товара. Далее текст выбранного шаблона. Описание, которое мы ввели на странице товара. Далее базовый текст, который применяется ко всем постам. И сами хэштеги. Это хэштег из товара, хэштег из шаблона и базовые хэштеги. Далее идет ссылка товара и фотография. Аналогично на Google+. ВКонтакте. И Инстаграм. На этом все. Благодарим вас за внимание. Доброго вам дня.